С помощью той же операции, которую мы делали, вот эту отверстие, вот это отверстие, я сделал отверстие здесь. А теперь я хочу сделать для рук. Цилиндр. Когда мы удерживаем Shift, то мы можем по 10 добавлять, видите? То есть это легко становится. И двигаем в то место, где у нас должны быть руки. Где-то вот тут у нас должны быть ручки роботовские. Вот так. Ну, не такие, наверное. До 10, наверное, сократим. Сделаем их 2. Так. Одну мы сейчас спрячем, пока будем заниматься булевыми операциями. Опять мы из этого это еще одну вытащим сейчас. Из этого вот это. Наоборот. Вот. Мы получили тордочку. Отлично. И теперь включаем и делаем чуть-чуть меньше. У нас цилиндр запасной на 1 сантиметр. Вот так. Для чего? Ну, для того, чтобы не было видно, что это воткнуто просто, да, а что есть какая-то отверстие есть. Так. И теперь этот цилиндр наверх его вытаскиваем отсюда. Делаем его помельче. Вот так. Ну, значит, приступаем к изготовлению руки. Ну, хотя, в принципе, можно было оставить. Только уменьшить длину. Ну-ка, давайте мы так и сделаем. Что мы будем лишний раз трудиться? Вот так. Вот так. Ну и тут нам потребуется теперь цилиндрики. Цилиндрики непростые, цилиндрики золотые. Вот так. Так, уменьшаем ей, конечно же. Все на свете. Так, подвигаем сюда. Ну, это спереди будет вид лучше для нас. Вот так. Вот, есть. Составляем на оси. Вот. Сразу же говорим, что нам нужен в цилиндре обязательно нужен филет, но не такой большой. Я думаю, 3 на 3 вполне могло бы нам повезти с этим. Да. И в этом цилиндре мы говорим, что вот так, и здесь нам надо, да, конечно, сегменты 3, 3, вот, то есть вот здесь у нас должно быть больше. Так, сделаем, чтобы видно было. Раз, два. Знаете, так и оставим. Пускай так будет. И сейчас сделаем следующее. Превратим ее. Так. Выделим. Зажимаем Ctrl, вытаскиваем. Так,
Ну, может быть, не так. Ага. Нажимаем Ctrl, вытаскиваем. И еще раз тут выделяем. И еще раз вытаскиваем. Чтобы наши малыши не обрезались об острые края, мы сейчас выделим луп, поставим так, один и второй выделим. И к этим обоим применим bevel. Вот так. Прекрасно. Смотрим, как получается. Получается здорово. Мы даже можем ее сделать чуть потолще. Вот так. Отлично. Все должно быть кругленькое, пухленькое. Цилиндр, как и положено детской игрушке. Симметрия. Так. Но. Симметрия, симметрия. Нам этот цилиндр надо завести вот сюда. И подвинуть ее на центр. Это удобнее смотреть сверху. Так, где наша труба? Вот труба. Так, вот она посередине встала. Отличненько. Замечательно. Первое сочленение готово. Мы даже подвинем ее поближе. Вот сюда. Да. А второе мы уже возьмем конус. На второе. Где у нас конус? Вот он. Так, первое, что мы сделаем. Уменьшим ее. Подведем сюда и будем подгонять сейчас. Так. Повернем, естественно. Чтобы не переборщить, конечно, в то же время. Так, хорошо. Следующим элементом будет у нас тубус. Повернем его сначала назад. Уменьшим до невозможности. Нам нужно колечко. Неплохое колечко нам нужно. Которое мы поставим вот сюда.
Так. Естественно, надо и нам его привести вот в такое положение и поставить вот сюда. Ну-ка. Да, довольно-таки неплохо выглядит с моего сюда сдвиги. Хорошо. И его закруглить надо. И у нас тут филет сегментов слишком много. Три. Достаточно вот так будет. Пока так. Сейчас будет очень сложный элемент. Мы попробуем с ним справиться. Вот тут нарукавник такой. Это будет в следующем видео.